есть установленные параметры, по достижении которых глава города должен подписать соответствующее постановление. Параметры – это среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение 5 календарных дней. То, что касается подключения, индивидуального подключения многоквартирных домов, это решение собственников многоквартирного дома в первую очередь. Сегодня можно не дожидаться такого постановления, сегодня можно проводить собрание, принимать большинством голосов такое решение, обращаться в Бийск Энерго, Теплотранзит и производить подключение многоквартирного дома.